Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – громадський бюджет міста Миколаєва 2020. Що нового в громадському бюджеті міста Миколаєва на 2020 рік? Які труднощі виникають під час реалізації громадського бюджету? Та як їх долати, дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів в студії. Заступник голови Координаційної ради з питань громадського бюджету міста Миколаєва Артем Ващіленко та член експертної групи з питань громадського бюджету міста Миколаєва Денис Барашковський. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76 92 33. 23 квітня миколаївський міський голова Олександр Сінкевич разом з директоркою департаменту економічного розвитку міської ради Тетяною Шелюченко під час брифінгу оголосили суму, яка передбачена у бюджеті міста на реалізацію проєктів громадського бюджету. Більш знають наші колеги зі служби новин Олександр Гордієнко та Олександр Попов. Станом на 23 квітня подано 5 проєктів, 3 великих, на які передбачено від 300 тисяч гривень до мільйона, і 2 малих, вартістю до 300 тисяч. Кожен з миколаївців зможе взяти свою ідею, підготувати проєкт і зробити так, аби миколаївці з його двору, дому, району і взагалі з міста повірили в його проєкт і проголосували, віддали свій голос. І цей проєкт став реальним втіленням того, що він задумав, і всі миколаївці раділи з того, що вони мають можливість впливати на життя не лише в засобах електронної комунікації, а і в реальному житті на прикладі проєктів громадського бюджету. Проекти подаються протягом 45 днів до 24 травня включно. Проекти подаються до відділу звернення громадян, які сьогодні розташовані у нас на другому поверсі. В будь-який робочий час ви можете подати проект. Хто ж може подати проект? Це автор, який мешканець, є мешканцем міста, і вік його від 14 років. До речі, місто Миколаїв – це одне з небагатьох міст, де вік такий досить такий молодий для авторів проєктів. В основному це 18 або 16 років подача проєктів. Нагадую, це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі. Тема нашого ефіру – громадський бюджет міста Миколаєва 2020. Друзі, давайте уточнимо. Що нового в громадському бюджеті 2020? Артем Миколаєвич, Денис, будь ласка. Ну, давайте я, наверное, начну. Давайте мы в первую очередь напомним нашим зрителям, а что такое вообще общественный бюджет и чем он хорош, почему он нужен, чем он полезен нам, как членам городской общины. Ну, в целом, общественный бюджет – это часть бюджета города Николаева, то есть это часть бюджета, сформированного нашими с вами налоговыми отчислениями и предоставленная горожанам для, скажем так, прямого волеизъявления о том, какие действия, какие проекты должны быть профинансированы. Статистика у нас следующая. В 2017 году, когда впервые в городе Николаеве начался процесс подготовки инструмента «Общественный бюджет», авторами которого выступили и экспертно-общественный совет, и, собственно говоря, целый ряд общественных организаций города Николаева, первый общественный бюджет города Николаева составлял 10 миллионов гривен. И, соответственно, да, первый. И эти проекты были проголосованы в 2017, а выполнены в 2018 году. Следующий бюджет, который уже на 2019 год, проекты, которые уже начали и реализовываются в этом году, сумма финансирования была 12 миллионов. И вот, как мы с вами видели из анонса, на проекты, за которые мы с вами, которые будут поданы, и горожане смогут их оценить и выбрать в 2019 году, соответственно, выполняться они будут в 2020, уже предусмотрено 15 миллионов гривен. То есть мы видим такую, в принципе, хорошую позитивную динамику, которая говорит о том, что этот инструмент, вот такой инструмент прямой демократии, возможности горожанам самим определять, для чего, на какие цели, на какие конкретные действия должны быть потрачены средства нашего с вами городского бюджета, значит, он востребован и он работает. И действительно, ну, тут нам есть чем гордиться именно городу Николаеву по нескольким причинам. В первую очередь, мы активная община, у нас велик запрос на подобные проекты. То есть мы
стараемся предложить интересные идеи, которые находят поддержку, и затем эти вещи становятся, ну, собственно говоря, вот реальностью, уже частью повседневной жизни, где-то частью там городского ландшафта, если речь идет о проектах, связанных с благоустройством, либо частью просто городской повестки дня, когда это какие-то события. Потому что в рамках общественного бюджета это могут быть совершенно разные вещи. И есть примеры проектов вот предыдущих лет, когда это были и фестивали, и, например, организации детских кружков по робототехнике, и благоустройство, там, создание детских площадок, футбольных полей, например, замечательной площадки «Категорошка». Поэтому вот такие вот вещи, да, они реализовываются в городе по инициативе горожан, минуя посредников в лице тех, кому временно мы с вами, как горожане, делегировали право нас представлять, там, условно говоря, там, депутатов городского совета. А скажите, будь ласка, збільшення суми на реалізацію громадського бюджету, ви сказали, що почали з 10 мільйонів і зараз 15 мільйонів. Це означає, що буде більше ухвалено проєктів чи ухвалено більше дорогих проєктів? Ну, тут это зависит, в первую очередь, опять-таки, от активности и от того, что горожане посчитают нужным, какого формата проекта предложить. У нас в 2017 году было подано 117 проектов, из которых, я вот захватил с собой статистику, 28 проектов прошли и были одобрены. Значит, из них 9 больших, 19 малых проектов. Давайте напомним зрителям, что большие проекты – это проекты порядка миллиона гривен, то есть от 200 тысяч до миллиона. Малые проекты – это проекты до 200 тысяч. Так у нас было в 2017 и 2018 году. С этого года принято решение, что малые проекты – до 300 тысяч, и, соответственно, большой проект – от 300 тысяч до миллиона. То есть это вот одна из новаций общественного бюджета в городе Николаеве на 2020 год. Поэтому каких проектов будет больше, каких будет меньше, больших или малых, это будет зависеть, собственно говоря, от того, что предложат инициативные группы и сами граждане. А вот в проекты на 2019 год было подано 70, немножко меньше, да, кажется. При этом одобрено, соответственно, проголосовано городской общиной 26 проектов, из них 8 больших и 19 малых. То есть пропорция большие и малые, она примерно сохраняется. А які труднощі виникали під час реалізації проєктів? Денис, можливо, ви? Я можу сказати не понаслышке, які труднощі виникали, тому що в першому році реалізації громадського бюджету я участвував як автор проєкту, автор і победитель великого проєкту ігрового майданчика «Категорошка». І основні проблеми, по великому рахунку, вони перетікаючі із року 2017-2018, 2018-2019. Де, мабуть, і 2020-й побідітелі будуть сталкуватися з цими проблемами, хоча частина з них по рекомендації координаційної ради, звісно, вирішуються. А які це проблеми? Перша проблема – це задержка во часі подачі проєкту до часу реалізації. Когда люди в начале года подают проект, они делают примерную смету его. И на моем опыте, и на опыте других победителей за полгода сметы до 30% удораживают проект. Что отражается на качестве проекта, потому что автор проекта начинает искать, от чего ему нужно отказаться, что выбрать, какой объект или какой инструмент оставить, а от чего избавиться. А ведь не забывайте, что за проект голосовали люди – целостном, скажем так, в целостной форме. В моем случае у меня подорожала территория кроссфит-зоны на 30%, и мне буквально пришлось в авральном режиме искать другого поставщика оборудования. И, к счастью, мы нашли поставщика, который предложил такую же, условно говоря, стенку спортивную дешевле. И мы оставшуюся разницу приобрели еще два инструмента для занятий спортом. Но это проблема удорожания. То есть очень важно, чтобы проект, деньги на реализацию проектов очень быстро приходили распорядникам коштев. Чтобы как можно сузить время от подачи проекта, где одна смета, до времени реализации проекта. Чтобы удорожание было минимально.
но об этом дискуссии постоянно идут и предупреждают авторов проекта забивать небольшую маржу, скажем так, вот эти проценты. В перспективе оно, как правило, подтверждает удорожание проекта. Это одна из проблем, их на самом деле немало. Вторая проблема, конечно же, это кто выполняет работы. К сожалению или к счастью, реализация громадского бюджета вскрывает, скажем так, темные углы реализации разных проектов города Николаева. Громадский бюджет делается очень прозрачно. Условно говоря, на нем не прикуришь, на нем откатов нет. Поэтому я считаю, и это хорошая инициатива Александра Федоровича, увеличение сумм громадского бюджета. Я считаю, что еще в разы надо увеличивать громадский бюджет и суммы громадского бюджета. Потому что, а, мы экономим реально деньги. Б, люди делают то, что хотят, а не приходит депутат раз в 5 лет. И какие-то стандартные, ржавые, единая, скажем так, форма устанавливает, да, там, или скамечки за какую-то партию, или там какие-то горбики и так далее, которые гниют. А самое плохое, и то, что настораживает, они это делают незаконно. Никто не берет на баланс это. То есть депутат попиарился, что-то установил, баланса утримывача нет, никто не убирает, никто за этим не следит, никто не красит, никто ржавчину не подкрашивает. Понимаете, мусор никто не выбрасывает. И мы видим очень много таких, как это сказать, квази-площадок, да, которые разово закинуты громаде в качестве подарка от депутата. Вот, я могу не одну назвать. Они ржавеют, они опасны, они могут увечить детей. Вот. А именно громадский бюджет, он очень плодотворен в этом вопросе, потому что баланс аутрымович, он же распорядный коштев, он должен следить за этой площадкой или локацией. А скажіть, будь ласка, які саме висновки зроблені, що проблеми надалі не повторювались? Ви зазначили, що дуже важливо, коли збільшується сума потім під час реалізації громадського свого бюджету. А ще? Давайте мы вот, прежде чем мы перейдем вот к такому более глубокому анализу, что нужно, да, еще исправить, давайте все-таки мы постараемся нашим зрителям объяснить, почему общественный бюджет более прозрачен и более понятен. Дело в том, что вот сама мы тут вспомнили, да, там координаційна рада и прочее. Лише одне зауваження, час плине швидко, Артем Миколаевич. Добре. Значит, общественный бюджет в городе Николаево, он и управляется, фактически контролируется точно так же на общественных началах. То есть в городе сформирован координационный совет, куда входят на паритетных началах, то есть половина это представители органов исполнительной власти, половина это представители общины, общественных организаций и так далее, которые, собственно говоря, и следят за тем, чтобы механизм общественного бюджета работал, и как работал, и исправлять вот те ошибки, о которых мы сегодня говорили. И отдельно есть экспертная группа, там, где как раз и собраны специалисты бюджетной сферы. Потому что очень важный момент, все, учитывая, что это городской бюджет, фактически исполнителями, инициатором проектов являются представители общины, горожане, но исполнителем, безусловно, становится бюджетное учреждение, которое затем и там, владеет этим проектом, имеется в виду, если это там, какие-то имущества, сооружения, там, площадки и прочее, либо на базе которого реализовываются там, те или иные там, фестивали, конкурсы и прочие активности. То есть в любом случае у нас есть контроль со стороны общины на стадии реализации проекта через координационную раду, и у нас есть контроль антикоррупционный, там, где у нас должностные лица органа местного самоуправления уже становятся исполнителями проекта. А каким чином координационная рада и экспертная группа могут допомогти у реализации проектов? Ну, в первую очередь, авторы проектов имеют возможность консультироваться в процессе подготовки проекта, с одной стороны. С другой стороны, саму технологию, да, вот мы с коллегами стараемся упростить для того, чтобы она была очень доступна, чтобы вход вот в эту программу был достаточно легкий. Я специально взял с собой, показать, каким образом выглядит вот сама форма проекта. Это очень простой документ. То есть практически это несколько страниц, тут уже все подготовлено в табличной форме. Вот, видите, их три. То есть достаточно вот в этот объем
поместить свою идею, то есть что бы вы хотели, чтобы в городе Николаеве было сделано, значит, изложить это в принципе вот в такой короткой форме и собрать 10 подписи членов общины города Николаева, граждан Николаева, которые поддерживают эту идею. И фактически вот этого достаточно для того, чтобы проект попал на конкурс. Поэтому процесс здесь очень простой. И я думаю, что было бы правильно, если бы мы призвали николаевцев, предложили николаевцам активно участвовать в этом. Еще больше активнейше. Еще активнее. Я могу добавить по этому поводу. Во-первых, на самом деле действительно просто. Это все можно скачать на сайте Горсовета. Там есть вкладочка «Громадский бюджет». Вы заходите в файлы. Эти файлы доступны. И что дают эти 10 людей? Вот, автор проекта, он не сам по себе. Действительно, это очень ключевой момент. 10 людей – это те люди, которые также хотят примерно то же самое увидеть на выходе. И я, когда проходил этот пример, когда я общался с людьми в парке, подходил к людям и говорил: «А что вы хотите?» Я подходил к мамам с детьми: «А как вы хотите?» Мне говорят: «Пожалуйста, можно для детей площадочку?» Я говорю: «Окей». Я подхожу к взрослым людям: «А вы что хотите?» «А мы хотим так же, как и вы, заниматься спортом. Пожалуйста, поставьте турники». «Окей». «А что вы хотите?» К молодым людям подходил: «Нету в городе стритбольной площадки. Вы можете поставить стритбольную площадку?» И эти люди потом и сейчас наполнили эту площадку жизнью, и они голосуют за этот проект. То есть мы услышали, условно говоря, через нас, через автора, через меня и через этих людей, город услышал, мы реализовали то, что на самом деле хотели. Потому что очень часто бывает такая, знаете, штука, когда лепят пятую ногу к кобыле, да, там, или к колесу. Вроде бы и классная вещь, и дорого, и несколько миллионов вбухали, да, а она не востребована, она никому не нужна. И таких примеров, скажем так, культурных вложений мы можем перечислять на пальцах достаточно. Но суть-то не в этом. Суть как раз в том, чтобы эти 15 миллионов гривен, и эти 15 миллионов гривен, они могут быть потрачены эффективно и дешево. Это ключевой момент, потому что в этих проектах коррупции очень тяжело найти. Смотрите, вот еще по поводу стоимости. Фактически реализация проектов через общественный бюджет позволяет нам, как общине, узнать реальную стоимость тех или иных услуг или работ. Да? Как правило, они повторяются. То есть сколько это реально стоит без коррупционной наценки, да? Без всех вот этих вот вещей. Нам это позволяет, собственно говоря, и эффективнее контролировать и остальные проекты, реализуемые в рамках бюджета, в рамках там бюджетных программ. То есть мы видим, сколько это стоит на самом деле. То есть громадськість уже бачить на власні очі, скільки що. Сколько на самом деле стоит установить, ну, условно говоря, берем простой пример, да, там, спортивную площадку. Вот сколько это стоит, условно говоря, площадка там из 10 элементов на такой-то площади, вот мы понимаем ее цену. И если мы потом с вами, да, анализируя, например, там, бюджетную программу, вдруг видим, что там предложено 10 площадок, например, да, что это нужно, действительно, это нужно городу, да, и видим, что стоимость единицы, ну, несколько другая, мы с вами, как горожане, имеем право задать вопрос, в том числе и исполкому городского совета, городскому главе. Почему? Почему это стоит столько-то? Поэтому это делает нас с вами более эффективными с точки зрения общественного контроля. И, будь ласка, про висновки, чтобы проблемы надалі не повторювались. Денис, вы одну из них зазначили? Ну, она не одна, конечно же. На самом деле их много. Все эти проблемы обговариваются на координационной раде. Я лично поднимал и проблемы, с которыми сталкивался. Например, могу привести сейчас пример. Существует ряд проектов уже завершенных, и, к сожалению, их не берут на баланс распорядники коштів. И это проблема. Например, волейбольная площадка в Широкой Балке, так называемый победитель, малый проект. Она победила в 2018 году. Шикарная балка. Они тоже были в числе победителей, реализовали проект. А Ингульская райдержадміністрація, которая была распорядником коштів этого проекта, не хочет брать на баланс этот объект. Это тот вопрос, который, если я попаду на координационную раду, подниму. Если нет, то как раз вот представитель координационной рады уже эту проблему услышал. Это ненормально, когда реализован проект в городе, он не может войти пазлом в экономику города, потому что за каждым проектом надо следить. Его надо убирать, выносить мусор, смотреть состояние, подрезать вокруг ветки, смотреть другие проблемы. То есть он должен быть на балансе. Естественно, город на это выделяет какие-то деньги. Но
это есть, и об этом должны знать горожане, с небольшим сопротивлением по каким-то проектам. Я не могу сказать, что везде, но где-то представители разного рода уровней власти, так скажем так, да что там говорить, саботируют реализацию проектов. Я не говорю все, потому что есть реальные представители, есть реальные чиновники, которые за, которые хвалят, которым нравится. А есть, причины не буду говорить, это отдельная история, но есть некоторые, которым почему-то громадский бюджет кость в горле. Ну, почему можем предположить, да, мы понимаем стоимость проектов. Значит, еще одна проблема – это оперативность работы тех, скажем так, должностных лиц, кому следует исполнять этот вопрос. То есть проект, община, представители, активные горожане инициировали, проект этот был поддержан, победил, на него есть средства в городском бюджете, соответственно, эти средства закрепляются за распорядником бюджетных коштов, то есть за, либо это районная администрация, либо это там профильное управление, либо это какая-то одно из бюджетных учреждений. Дальше задача руководителя этого подразделения вовремя начать весь процесс. Процесс работы с бюджетными деньгами, он, безусловно, непростой. Это в первую очередь объявить тендер, подготовить проектно-сметную документацию, заказать все это вовремя. Да? И это нужно делать все в пределах бюджетного года. Процесс продолжительный. Поэтому мы по предыдущим годам сталкивались с тем, что саботировали, тянули время, не знали, не понимали, не думали о том, что за этим проектом смотрят представители общины. Авторы проектов задают вопрос, почему идея не реализовывается. И начинали уже, грубо говоря, там, во втором полугодии только подходить к реализации проекта, поэтому не все проекты в рамках бюджетного года были реализованы. Вот это еще одна из причин. Поэтому, ну, если хотите, это где-то добросовестность должностных лиц местного самоуправления, где-то, ну, скажем так, неумение выстроить коммуникацию, в том числе и с авторами проектов. Вот на эти вещи мы в рамках Координационного совета реагируем. Внесены изменения в положение, которые обязывают должностных лиц балансодержателя, то есть той организации, которая выполняет проект, выстраивать отношения с автором проекта. И, соответственно, при приемке, скажем так, уже в эксплуатацию сделанной работы, безусловно, должен присутствовать автор проекта. То есть как человек, который инициировал, скажем так, эту идею. А если чиновник відмовляється выстраивать відносини с автором? Ну, значит, он не на своем месте находится. Безусловно. Опять-таки, кто такой этот чиновник? Это человек, которого мы с вами, горожане, наняли для того, чтобы он исполнял свою работу. Если он не хочет исполнять свою работу, тем более в таком проекте, ну, скажем так, чувствительном для общины, как общественный бюджет, ну, собственно говоря, этот человек не должен работать в органах местного самоуправления или в бюджетных учреждениях города. Он не должен получать зарплату из средств наших с вами налогов. Он должен заниматься чем-то другим, чем ему нравится, но его место должно быть предоставлено другому человеку, который будет более эффективен, который будет, скажем так, готов выстраивать отношения с общиной, служить общине. На сайте Миколаївської міської ради 10 квітня розпочався прийом проєктів на громадський бюджет міста Миколаєва 2020 і триватиме до 24 травня. Ви можете сьогодні сказати, скільки вже проєктів подано? Ну, подано небольшое количество. Дело в том, что, как обычно, все это нормальная практика. В последний день у нас будут огромные очереди, все будут подавать проекты. Так устроена, да, то есть человеческая психология. Но сейчас подано, если я не ошибаюсь, 5 больших проектов и до 10 малых проектов. Я могу лишь только обратиться к горожанам, призвать их участвовать в громадском бюджете, реализовывать свои идеи, улучшать территорию вокруг себя. Инструмент в городе Николаеве, причем не во всех городах Украины реализуется громадский бюджет. Обратите внимание, буквально 5 городов, вот с этого года, да, там 5 городов. Со всей Украины, так? Со всей Украины, из областных центров. Вот, поэтому у нас, мы, по большому счету, мы в пятерке прогрессивных городов по реализации громадского бюджета. Я хотел бы обратиться к горожанам, чтобы они подымали свои идеи, реализовывали, добивались,
приходили на координационную раду, им обязательно помогут. И я хотел бы, конечно же, обратиться реально к Александру Федоровичу Сенкевичу, к нашему мэру, чтобы он все-таки более пристально обращал внимание на реализацию проектов громадского бюджета. Потому что второй год реализации у нас подало меньше людей заявки. Из-за тех сложностей, которые мы прошли, часть людей отходят, потому что они думают, что это будет очень легко. А на самом деле городской, громадский бюджет, он должен очень легко реализовываться. Те проблемы, о которых мой друг говорит, верно, они есть. И надо, чтобы так работал механизм, чтобы человек подал идею, а уже маховик заработал, и он получил результат. У нас залишається хвилина. Скажіть, будь ласка, якщо хтось з наших глядачів зацікавився цією темою, чи встигне він подати заяву до 24 травня? Безусловно. Дуже стисло. Безусловно, успеет. Значит, как я уже говорил, форма заявки, она достаточно простая. То есть, в принципе, описанная идея, 10 человек, которые поддержали. И один еще важный аспект, о котором мы должны сказать в этом году, в чем отличие. В этом году впервые в общественном бюджете города Николаева выделена квота в 10% для проектов социальных. То есть это проекты, которые могут помочь людям с ограниченными возможностями реализовать себя, помочь создать условия для их социализации. Поэтому, опять-таки, это впервые в этом году. Все, більше часу немає. Спасибі, що ви були з нами. Друзі, ми сьогодні говорили про громадський бюджет 2020, громадський бюджет міста Миколаєва. Час нашого ефіру закінчується. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.